Здравствуйте, Шавкат Пирамонович. С уважением к вам, жительница города Самарканда. Сейчас я нахожусь в Америке, в гостях у своих детей. Я там увидела прямой эфир, как вы выступали. Мне очень понравилось. И с этим у меня мнение пришло написать на ваши инициалы, как стихотворие. Если хотите разрешить, я вот прочитаю, послушайте. Дай Бог вам здоровья, держитесь так, и чтобы у вас все было хорошо. Если вы будете у нас президентом, я 100% уверена, что будет все нормально. Будьте здоровы. Вот посмотрите, это на ваше имя написала, имя, фамилия. Шавкат Мирамонович Мирзиёев. Я сейчас прочитаю. Шавкат Мирзиёев, ты волшебник. Ажиотаж идет вокруг такой. Всех, кто по собственному желанию, как хотел, так и наживал себе. А теперь все будет по-другому. Такой, как ты, покажет всем дорогу. Такой, как ты, покажет им дорогу всем. Мечта их застынет на том же месте. И работать будут по совести своей. Руководитель должен быть таким, как ты. Он должен слышать и жить, как весь народ. Мы помним дедушку Ислама всей душой. О нем мы память в сердцах храним. Никто и никогда его мы не забудем. О нем мы будем помнить и скорбить. Вот ты такой же, слава Богу. И ты покажешь всем, как жить. Честность, благородность и правдивость. Мировой лозунг должен быть таким. И будет у нас на родине порядок. Решать проблему, если в тот же миг. Зал полный был на днях в прямом эфире. И точно, ясно, вопросы ты им задавал. Ё-моё, как они, дрожа, вставали с места. Еле-еле отвечали на заданный вопрос. Всегда ты будь таким огнем на наше счастье. Шавкат Мирзиёев Мирамонович, молодец. Спасибо. Будьте здоровы.